спасите наши души и свои. Есть тут кто-нибудь живой? Не молчите тишиной, глаз своих не отводите. Вы слышите? Скажите, есть ли у земли душа? Бьются горячо сердца. Все живое, оглянитесь, спасите, люди, и спаситесь. Берегите вашу мать, жизнь, природу в каждом шаге. На пути ведь может стать ангел, что с лицом дворняги. Живет, едва дыша, наивная его душа. За нею ни гроша, лишь добрые глаза. Над нею небеса, лохматая душа. Нам молятся они, спасите наши души и свои. Есть тут кто-нибудь с душой? Вы с какой пришли мольбой? Про что заветная мечта? Ваша боль, о чем она? Все живое хочет жить. Не умирать, не хоронить. Дышит, чувствует земля. Да есть ли у нее мечта? Не убей и не кради. Спаси, отец, и сохрани. Зачем другим желаем зла? Делам людским ведется счет. Себе ведь мы хотим добра, а за спиной бездомный кот. И жизнь у каждого одна. Живет едва дыша наивная душа. За нею ни гроша, лишь добрые глаза. Над нею небеса, лохматая душа. Нам молятся они, спасите наши души. Спасите и свои. Такой. А ну тихо, тихо, не деремся. Вот она, малышня собралась. Вот они, красивые дети. Вот они, белые ушастики. Дети, дети. Как мама Валя говорит, куда же вы спадите? Вот они сидят у меня на руках. Вот так снимешь. Вот так сидят вот на руках. Так, показывай всех. Отодвигайся. Все четверых. Шнурок застрял. Ладно, так. Маме тоже дадим. Ты мой хороший. Эй, смотри на ней. Вик. Не трогай, не трогай ее. Валентина, сейчас будут глистовать вот этих малышей. Вот так даем глистогонку. Покажи, покажи мне его. Пожалуйста. Давай, следующий пошел, второй пошел. Есть контакт. Давай, малыш. Она хоть вкусная? Сладкая. Эй! Так! Выкидывай их сразу! Ты что, пробовала? Подышать! Кидай их, если перепутаем. Так, стоп, давай их сюда! Давай сюда! Дай сюда! Сразу жменьку. Бля, дай сюда! Третий пошел. Вот его давай сюда! Смотри, он уже сам просит. Так. Давали мы. Вот этому не давали. Этим давали. Так. Чудовище. На, держи. Ай-яй-яй. Не дали подержать. 5 минут держишь. А снимать кто будет? Вот держу. Держу кучку. Ой, такие тепленькие брюшки. Тепленькие брюшки. Так, давай я этих подержу. Так, третий. А ты следующий доставай. Четвертый. У нас их 8 штук. Давай я этих отпускаю. Ты моя знайка хорошая. Этих отпускаю. Это сразу, да? Подожди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, мои сползают. А мои не обработаны? Тихо-тихо-тихо.
Осторожно, попу подтянули. О. Ну вот, еще двое осталось. Все маме вот так в рот сунуть. Ну а что не сможешь? Погладь ее, погладь. А она уже. Давай, маме. Эй! Смотри, что ты укусила. Вот так, да. Туда, раз. Отлично. Еще одну. Это мама. Мама пришла. Мама у нас уже обработана. Так, вытаскивай сюда. Одного, второго, вытаскивай. Красивые. Ребята, невозможно ходить, конечно. Болото, везде болото. Что, мои красивые? Мамины старички, мамины. Мамин старичок красивый. Старичушка мой. Да. Дети, тихо, маленькие мамины. Слава Богу. Болото, ребята, ходить невозможно. Представляете, что здесь будет зимой, когда заморозки начнутся? Смотрите, как она дрожит от холода. Это ваша мама? Мама, иди сюда, покажи. Очень клетка у них. Такая клетка. Пока у вас тут наводят порядок, давайте я вас сниму, красивые мои. Ой, какие хорошие. Мама, иди покажись, мама. Ну иди сюда, красавица. Ой, смотрите, какая собака шикарная. Папа непонятно, кто у них. Но малыши все равно очаровательные. Вот он пришел прямо сюда. И ты хороший. Все чудные.
Thank you.